Красногорске продолжается театральная весна. Традиционный фестиваль полон сюрпризов. 16 марта очередной театральный уикенд начнется с постановки «Цветик-семицветик» в студии «Кружева» культурного центра «Архангельская». В ту же субботу артисты шоу театра «Максимум» покажут «Чеховские три сестры». 17 марта в программе фестиваля спектакль «Короли улиц» в исполнении музыкально-драматической мастерской Коршуновой. И, наконец, многократный победитель театральной весны Народный театр «Лаборатория 307» покажет свое изложение в трех куплетах по рассказам Платонова. Вход на этот спектакль по пригласительным билетам, которые можно взять заблаговременно в кассах ДК Подмосковья. Марафон завершится 24 марта. В этот день будут подведены итоги и названы победители 21-го Красногорского фестиваля любительских театральных коллективов.